Люди приходят, говорят, что вместо надбавки, обещанной премьер-министром, они даже получили по зарплате минус. Можете мне уточнить это все? Давайте, есть профильный заместитель, Александр, да, Александрович. На сегодняшний день никаких уменьшений не произведено. Да, мы сопоставляли часть затрат 2017 года, когда формировали затраты 2018 года, они, между ними знак равно. Поэтому все те выплаты, которые должны производиться в законодательной части, они все производятся. Те дополнительные моменты, которые касаются музыкальной школы, у нас на сегодня же записано обращение, это отдельные элементы в части управления переменной частью, частью надбавок. Это то, что не является законодательно гарантированной частью, это надбавки. Зарплаты действительно получили работники музыкальной сферы, музыкальных школ меньше, и на очень большие суммы, это правда. Я не понимаю, почему так произошло, и вопрос остается открытым. Почему мы сейчас не пересмотрели добавление, значит, на дотацию? То, что вы говорили, по 20% надбавке, эта надбавка являлась составляющей частью зарплаты. Начальник комиссии финансов, да, говорил, что было нарушение, за 2 месяца не уведомили. Мы это все обсуждали на 26-й сессии. Почему не было соответствующей реакции? Алексей, спасибо. Вместе со своим руководителем третьей музыкальной школы, в которой вы работаете, и давайте уже заниматься работой. Правильно, я согласен. Если можно, спасибо. Я подрезюмирую. Да, не надо вам. Спасибо. Да, выключите, это неправда. Выключите, да, микрофон. Спасибо. Двигаемся дальше. Да, спасибо. Есть еще у депутата вопросы? Александр Александрович, выйдите, пожалуйста, с...